Кто кого? В центре Казани военный следователь из Саратова сбил инспектора ГИБДД. В момент разговора водитель резко поехал и протащил полицейского несколько метров по асфальту. Инспектор едва не попал под троллейбус, который тоже начал движение. Когда автомобиль остановился, к полицейскому подоспели на помощь его коллеги. В результате водителя задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас расследованием дела занимается военная прокуратура Казанского гарнизона. Официально дорожную разборку они пока не прокомментировали. Узнай больше о событиях Казани на Первом городском телеканале. Следи за городом.